Всем привет, меня зовут Юрий Чебан, я двукратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, что немаловажно. Вот сейчас у нас идет подготовка самой лодки. Сейчас мы находимся в городе Южный, на базе, на которой куются золотые медали. Вот у нас молодежь бегает, сейчас покажем. Молодежь, поздоровайтесь! Вот это наша олимпийская база в городе Южный, Одесская область. Наш ставочек. Всем привет. Лодки, вот там мастерская, вот то строится новое здание, которое будет, я думаю, готово в этом году, может быть, может в следующем. Это мастерская. Это раздевалки, ну, эллинги, все как, в принципе, полагается у всех людей. Это, познакомьтесь, а ну, отвлекись на секундочку. Всем привет. Это будущий олимпиец, Харечко Данил, начинающий, как говорится, каноист. Так, оставь, то потом приделаем. Приделаем. Да. Значит, сейчас хотим провести олимпийский урок, такой ознакомительный для всех ребят, которые только хотят встать на этот долгий тернистый путь под названием профессиональный спорт. Ну и для тех, кто хочет заняться просто физкультурой оздоровительной, в принципе, тоже можем рассказать. Ну, эти темы, конечно, было бы лучше поделить. Вот к нам подтягивается еще один тренер с детишками. Поздоровайтесь, привет. Прямая трансляция. Значит, сейчас у нас урок пройдет при поддержке Олимпийского комитета Министерства молодежи и спорта. Значит, что касается оздоровительной физкультуры, значит, тут надо четко понимать, для чего вы хотите этим заняться, для чего вы это делаете. Но если вы уже решили для себя заняться какой-то активностью, значит, делайте все так. Опа, чуть поправим причесочку. Делайте все так, чтобы это было в удовольствие. Вот у нас даже работники к подготовке. Значит, что касается легкой активности. Выбирайте любой вид упражнений, который развивает и охватывает как можно большее количество групп мышц. В принципе, если не вдаваться в подробности, то это может быть обычная классика. Это приседания, это грудь, спина, руки. Любые упражнения, которые на эту тему, в принципе, можете заниматься. Но это должно быть все проходить в комфортной зоне, для того, чтобы это не вызывало у вас в дальнейшем отторжение. Для этого, в принципе, и нужно использовать такие легкие формы активности, для того, чтобы поддерживать свой организм в тонусе, ну и, соответственно, были результаты в будущем, для того, чтобы не было тело похоже на желешечку. Вот. Значит, что касается профессионального спорта, именно моего спорта, нашего. Значит, покажу сейчас, передаю сейчас, держи, Данчан. Так, значит, спорт называется гребля на байдарках и каноэ не зря, потому что мы гребем, часть спортсмена гребет на байдарках, часть гребет на каноэ. Значит, что касается байдарки, это не взаимосвязано. У нас спортсмены не гребут на каноэ и на байдарках одновременно. Хотя, в принципе, есть и такая практика. Но это больше из фантастики. Потому что профессиональный спорт подразумевает четко заточенную сферу под результат один определенный. Значит, что касается байдарки. Вот это классическая байдарка. Сейчас она уже, как говорится, перешла из разряда гоночных в разряд тренировочных, так как мы видим тут некие сколы, но это говорит о том, что она рабочая и довольно-таки уже
много спортсменов пропустило через себя. Это байдарка фирмы Nella. Их существует уже на сегодняшний момент порядка 5-6 фирм, которые между собой конкурируют, и это очень хорошо, потому что в конкуренции растет результат и качество основного продукта. Значит, это классическая лодка, на которой, в принципе, давно уже все спортсмены опробовали себя. Это португальская фирма. Она состоит из карбона в основном. Используется такой как бы бутерброд с клеем, карбоном и наполнителем. Значит, байдарка у нас по классике должна весить до 12 килограмм, если это мы говорим про гладкие дистанции на гладкой воде. Если это марафон, значит, она может... Не слышно, говорят. Не слышно. Тогда подойди поближе. Значит, классическое разборное весло фирмы Брача. Это также самое у нас, оно в принципе состоит из такого углеволокна. Оно это очень-очень легкое. Само весло весит до килограмма примерно, плюс-минус. Оно разбирается на две части. Вот, каждый спортсмен подбирает его уже под себя. Слышно? Слышно. Окей. Да, также хочу сказать, что вы можете задавать вопросы. Лучший вопрос у нас потом будет разыгрываться подарки от Нока, который будет отправляться уже нашим всезнайкам. Значит, я не байдарочник, но я могу показать такие свойственные движения, которые, в принципе, классические движения для байдарки. Это у нас, в принципе, спортсмены садятся вовнутрь лодки. Покажи, вот это сляет, куда, в принципе, и присаживается наше мягкое место, пятая точка, она же. Вот, заводятся ноги вовнутрь байдарки. Там находится руль. Вот, покажи с этой стороны руль. Вот, при помощи рулевых рычагов уже создается направление лодки. Это для того, чтобы когда у нас создается напряжение на весле с одной стороны, байдарочник, ну то есть гонщик, создает противовес на руле, чтобы байдарка не уходила в сторону. Значит, по байдарке, я думаю, что краткий курс у нас окончен, да? Да. Так как, в принципе, мы ознакомились с основами, вот. Также в эту сторону, да, наверное? В эту сторону. Переходим сейчас к этой легендарной классической лодке. Это лодка, я думаю, что все... Многие знают. Догадались и знают, что эта лодка та самая, на которой была завоевана медаль на Олимпийских играх в Рио. Собственно говоря, это золотая лодка, на которой, которая не видела света практически с 16 года, она не вытаскивалась, была только стояла в музее. Значит, что у нас есть в каноэ? Давайте ознакомимся с содержимым. Значит, это довесок, это используется для того, чтобы, может, чуть ближе подойди, чтобы было видно. Значит, это используется для того, чтобы компенсировать вес. У нас лодка каноэ должна весить до 14 килограмм. Значит, подушка, куда у нас непосредственно упирается колено, это та часть, которая должна быть максимально точно повторять изгибы колена, для того, чтобы они у каждого индивидуально, под каждого спортсмена, под каждого гребца делается индивидуальная подушка. И она уже неизменно идет уже, собственно говоря, всю его карьеру. Может примерно 2 или максимум 3 раза измениться, в принципе, подушка за карьеру спортсмена. Это такая вещь, которая делается один раз и практически на всю карьеру. Значит, колено притирается к подушке и подушка к колену, и они уже как слитное одно целое часть лодки. Значит, сзади у нас еще имеется упор для того, чтобы нога у нас чувствовала жесткость, для того, чтобы было чувство жесткости в каноэ, для того, чтобы можно было упираться сюда стопой и выталкивать лодку коленом. Это
тоже, в принципе, ничего лишнего, классическое, классическое, в принципе, наполнение каждой лодки, ничего тут нового не придумано, уже более, более чем долгий промежуток времени, в принципе, весь порт, в принципе, одно и то же. Значит, что касается весла. Весло у нас также само состоит из тех же самых материалов, что и байдарочное весло. В принципе, и лодка тоже состоит из такого же материала. Просто тут используется чуть больше слоев для того, чтобы создать плотность и жесткость на этом весле. Оно маркируется. Тут есть как бы соответствующие маркировки для того, чтобы каждый спортсмен мог под себя подобрать свою жесткость, свою плотность, свой объем весла. Значит, это тоже весло фирмы Брача. Каждый спортсмен под себя подбирает индивидуально. Ручка у нас состоит из натурального дерева. Также имеется замок алюминиевый, которым, в принципе, можно регулировать можно высоту, угол и так далее. Можно это все выставлять себе по размеру. Оно выставляется в зависимости от того, как и с какой стороны гребет спортсмен, справа и слева. Значит, знаю, что всех интересует вопрос, как так получается, что мы гребем с одной стороны, каноисты, лодка едет прямо, она не поворачивает на сторону. Значит, объясняю. При каждом гребке, при каждом где-то примерно втором или третьем гребке делается подворот при выносе для того, чтобы создать напряжение на весле в конце уже при выходе, это примерно в этой зоне уже в конце, создается такое направление потока воды, которое корму заехать уже по направлению прямо. Значит, кстати, Данил, если будут вопросы, ты можешь задавать их прямо в прямом эфире, будем на них отвечать. Поэтому, чтобы ты был в курсе. Значит, это уже профессиональный набор, тот, который есть у нас для... Ребята, носятся. Подготовка идет сейчас к тренировке. Сейчас покажу вам набор для начинающих, для новичков. Значит, новички у нас используют вот такие приспособления, вот такие... Таких тренеров, да. Это, кстати, бывший спортсмен Борис, бывший чемпион, сейчас решил свои начинания, свои знания воплотить, как говорится, вот в этой молодежи. Значит, он использует практически на каждое каноэ, для каждого спортсмена, привязывает такие вот буйки, можно сказать, это... Назовем это стабилизаторы, по-модному, да? Это стабилизаторы, ну, да, да. Для так, того, так чтобы... Крылья по-простому. Как на велике, два колеса сзади. Как будто это трехколесный велосипед для детей, для того, чтобы чувствовать себя более стабильным на воде. Значит, они привязываются примерно вот в эту часть. Они привязываются сюда, для того, чтобы... лучше чувствовать себя и стабильнее на воде. Они не дают, дают каноэ перевалиться. А вот, кстати, вот четкий пример, как у нас все происходит. Выносим. Вот, когда мы теряем равновесие, баланс. Нам крылья помогают. Крылья помогают не упасть. Хорошая фраза. Так, поставим на место, потому что тренера сейчас будет ругаться. Скажут, что ты без спроса чем отберет. Значит, что еще? Это у нас классический наш эйлинг. Для тех, кто не знает, куча лодок, куча инвентаря стоит и ждет тебя, ждет тебя. Так, идем еще покажу зал, краткое содержание, потом пойдем уже ближе к воде, чтобы показать какой-то мастер-класс. Любая тренировка любого человека, кто занимается активностью, должна начинаться с разминки. Это скажет, в принципе, любой тренер. Так, у нас тут все есть, все готово, идем. Привет. Так, ну что, проведем легкую разминку. Тут, я думаю, что
эту положу. Значит, вот это мы видим классический набор, в принципе, который есть везде. Тяга лежа, стойки с колес для того, чтобы не было сильной вибрации, не передавался на пол. Спрашивают, во сколько уже греблю не берут? В греблю. Во сколько греблю не берут? Да. Во сколько не берут? Не берут, уже не берут, да. Такого не существует. Греблю принимает всех. Я даже больше скажу. У нас есть чемпионаты среди ветеранов, начиная с 35 и до бесконечности. Поэтому, если вы чувствуете в себе энергию, в себе силы, как говорится, если есть еще порох в пороховницах, милости просим, всех принимаем. Значит, двигаемся дальше. Стойка для штанг. Мы видим разного калибра, разные развесовки для того, чтобы могла работать молодежь и уже профессиональные спортсмены. Значит, видим лежаки для жима. У нас их три, но для того, чтобы могли работать разные. Значит, стойка для развесовок. Для наших блинчиков, начиная от 2,5 кг, заканчивая, по-моему, 25 кг, но это, в принципе, не важно, это уже не суть. Значит, гири, еще одна стяги для подтягивания, ну, в принципе, и все, что нужно для классической работы, для того, чтобы какой-то сделать старт для молодежи. Вот на этой базе я долгое время тренировался, долгое время рос, в принципе, у меня с этой базой связано очень много своих каких-то эмоций, своих переживаний. Такой промежуток времени жизни очень хороший. Значит, и тут сейчас воспитывается молодежь. Тут сейчас, вот, кстати, Данил Харечко, который сейчас оператор у нас. Спрашивают, Нелла или Пластекс? Нелла или Пластекс? А ну скажи ты. Ну, это уже кому как. Уже кому как. Как нравится. Какая машина? Как? Вот, кстати, Тойота или Митсубиши? Тойота или Митсубиши. Ну, тут надо Нелла или Пластекс, тут уже каждый для себя сам подбирает. Значит, суть в чем? Суть в том, что выигрывать можно хоть на бревне. Это не... Главное быть впереди. Главное быть, как говорится, на Олимпийских играх впереди, а на чем не важно. Значит, начинаем с легкой разминки, да, если мы все знаем, что если мы начинаем какую-то активность, то нам нужно подготовить свой организм, свои суставы, свое сердце, свою рабочую форму, то есть активировать их, потому что после сна мы все знаем, что у нас есть некое закрепощение, в принципе, с этой ситуацией все справляются. Значит, не буду уходить уже в такие, как говорится, дебри. Мы начинаем поэтапно. Ни для кого я, в принципе, Америку не открою, что, в принципе, надо начинать с малого. То есть кисти, потом локтевые суставы, плечевые суставы, таз, колени, стопы, ноги, шея, спина. То есть все суставы, которые, в принципе, есть в подвижности, они все должны разработаться перед началом какой-то серьезной активности, для того, чтобы уже быть на хорошей, скажем так, ноте, начинать свою тренировку. Какие есть специальные упражнения для гребли в каноэ? Какие есть специальные упражнения? Очень хороший вопрос. Тут у нас стоял тренер, который именно нарабатывает классические наши упражнения каноистов. То есть, хорошо, сейчас покажу, что можно сделать без, к примеру, без следующих специальных тренажеров. Это можно сделать в каждом зале. Значит, мы берем, к примеру, у нас есть 32 и, по-моему, 16. Значит, можно даже, давай тут вот с этой стороны. Значит, классическое упражнение, либо это либо с правой стороны, либо с левой стороны, это не имеет значения. Лучше всегда придерживаться симметрии, то есть если мы работаем с одной стороны, значит мы должны и с другой стороны тоже отработать. Котик, ты пришел помочь? Муркеточ. Так, немножко отвлеклись, как говорится. Мукетная пауза. Так.
Значит, что мы делаем? Мы принимаем упор на сидушку, значит, упираемся одной ногой и тянем к себе гирю. То есть для того, чтобы создать похожее движение, как мы делаем, в принципе, в лодке. Так же самое мы делаем и с левой стороны, потом перекидываем на другую сторону и делаем то же самое движение для того, чтобы создать симметрию, для того, чтобы не было... Для чего симметрия? Это обязательная вещь для того, чтобы не было перекоса, не было сколиоза. Мы знаем, что вдоль позвоночника идут мышцы. И если мы нарабатываем только одну сторону, то у нас идет смещение. Обязательно работайте постоянно на разные группы мышц, и они должны соответствовать как правой, так и левой стороне. Значит, я показал сейчас классическое. Значит, так же самое мы используем, к примеру, если мы отработали, значит, несколько упражнений, несколько блоков в этом месте, теперь мы работаем на спину, так как у нас рабочая эта спина, значит, мы теперь усложняем нашу, как говорится, работу, мы, значит, делаем вот такое упражнение. Стараемся закидывать туловищем максимально руки наверх и удерживать их вверху. Это первое упражнение. Значит, потом просто поднимаем на ровных ногах, ровная спина, выпрямляем таз вперед, выдвигаем и работаем только спиной. Это хорошо укрепляет спину и дает вам возможность в каноэ использовать те же самые движения. Так, обязательно после себя убирайте, потому что придет наша уборщица, как бы всыпет люлей. Так, идем дальше. Так, сейчас идем ближе к воде, сейчас покажем классические наши упражнения, как мы разминаемся на воде. Там тоже есть специальная стойка для того, чтобы можно было отработать движение перед тренировкой, перед водой. Это очень важно, потому что есть такие детали, которые невозможно отработать в реальном времени. Их можно отработать только на берегу. Так. Для этого нам необходима подушка. И для этого нам нужно весло. Кстати, а там, по-моему, используется специальное, да, весло? Ну, есть специальное, но можно и обычное. Специальное, но можно и обычное. Еще вопрос. Какие витамины нужны? Какие витамины нужны? Употреблять. А кто спрашивает? Ну, тут спортсмен есть. Значит, что такое, подумайте сами, что такое витамины? Витамины это, скажем так, в принципе, любые витамины, которые вы используете, это искусственно сделанные препараты химическим путем, которые вы себе дополняете. То есть, если при поддержании правильного питания, при насыщенном правильном питании, не фастфудом, не всякой такой дрянью, а нормальным питанием, которое даст вам возможность использовать все функции вашего организма безгранично, тогда вам никакие витамины будут не нужны. Так, значит, лучше к нам лицом. Лучше к вам лицом, тогда вот так вот. Значит, это такое специальное приспособление для того, чтобы именно отработать то, о чем я говорю. А, кстати, туда не получится, потому что там близко. Так что ты давай сюда, заходи, на эту сторону. Для того, чтобы... Да. Так, значит, вот классическая позиция для того, чтобы максимально приближенная к рабочему состоянию. И вот на таких дощечках, на таких плотах тренер имеет пошагово
пошагово имеет возможность каждый тренер объяснить для своего спортсмена, что он именно от него хочет. То есть использовать каждый механизм, каждую деталь своего тела. Ну, то есть тут уже как бы не буду там уже... Котик что-то нас преследует. Чего ты? Ну, не принес я тебе. Роман, мы лодки перевозим конструкциями. Специальные большие прицепы, в которых мы возим лодки в какие-то города. На самолетах они не летают. А мы покажем чуть попозже, мы сейчас покажем. Значит, летают, но не всегда. Что происходит дальше? Значит, занимаем позицию, ну и уже, соответственно, делаем, как говорится, движение, схожее с как мы работаем, в принципе, на воде. То есть растяжка, сгребание, и уже, соответственно, уже делаем непосредственно грибок. Вот такими простыми движениями мы, в принципе, можем отрабатывать уже, в принципе, сам грибок. Тут, конечно, тяжелее работать, чем на воде, потому что на воде у нас лодка двигается, и она проезжает мимо вот этой толщи воды, от которой, в принципе, мы отталкиваемся. Тут мы ее тащим, поэтому у нас создаются сильные буруны. Но суть, в принципе, ясна. То есть мы в этом, в принципе, отрабатываем. Во сколько лет получил первую медаль на Украине? Во сколько лет я получил первую медаль на Украине? Идем так по чуть-чуть и буду рассказывать. Осторожно. Смотри. Я вижу. Значит, первая медаль с чемпионата Украины я получил, вернее не получил, а заслужил на второй год занятия спортом, ну уже греблей. В принципе, по своему возрасту, даже, может, чуть старше, с ребятами гонялся, в принципе, выиграл. Это была моя первая медаль, такая серьезная, от которой уже дальше, в принципе, все дальше пошло. Так, сейчас поставим, подготовим сейчас лодку. Сейчас мы сделаем эфир, да, сохраним. А? Тут я отвечаю. В балете особенно были медали? Что? В балете были медали? Это кто-то, какой-то злодей спрашивает. Так, за это подарки мы не даем. В балете медали не дают, чтобы вы знали, потому что это танцы, это не спорт. Там медали, по крайней мере в моем возрасте их не давали. Но вообще медали, как говорится, как такую практику используют для того, чтобы поощрять детей, для того, чтобы вообще для чего медали придумали. Это раньше же на Олимпийских играх не было второго, третьего места. Было только чемпион, олимпийский чемпион. Все, второго, третьего места не было. Так, ладно, идем. Идем, покажу мастер-класс. Сюда болтик завалился, ничего страшного. Так, ну что, в добрый путь. У нас как раз есть сопровождение. Спрашивают, много ли знаете тренеров по Украине? Тренеров знаю. Немного, но знаю. Ну, в смысле, практически всех знаю, если надо. Смотря что надо, как говорится, для чего. Так, чуть-чуть подровняем себе угол весла. В принципе, все. Лодка у нас 5 метров в длину, 30 сантиметров в ширину.
Вот. Выставляется она по трубу лодки. Ну и дальше, собственно говоря, дальше уже сама работа. Вот как раз то движение, которое я показывал немножко ранее на доске. Собственно говоря, вот оно проходит. Собственно говоря, вот так вот проходят тренировки. Ну вот и все, в принципе. Дальше надо только садиться и вперед выигрывать. Так что я приглашаю всех, пользуясь моментом, приглашаю всех, кто, у кого есть вопросы, у кого есть запросы на спорт, приглашаю, в принципе, обращаться на нашу страничку федерации. Пишите, если вы... Не только, допустим, это касается Одесской области, если это касается любого города, любой области, если у вас есть вопрос по данному виду спорта, по своему городу обращайтесь, мы будем отвечать на ваши вопросы, будем перенаправлять вас к местным тренерам и в местные организации, которые, в принципе, будут заниматься воспитанием молодежи. В принципе, все. Спасибо вам за внимание. Есть еще есть вопрос. Да. Правда ли вы пробовали выступать в двойке с Сажаем Брюсселом Леонидовичем? Он сам спрашивает. В принципе, карьера спортсмена предусматривает выступление с любым спортсменом, с любым, который соответствует уровню. Также, в принципе, как и в то время был Сажай, и не только он через, как говорится, мою карьеру спорта прошло много спортсменов, с которыми я пробовался, с которыми я выступал и так далее. Котик, ты опять с нами. В принципе, все, на этой ноте хотелось бы закончить, так что... Если... И как лучше давать старт? И кому посвятили первую медаль? Еще два вопроса. Да. Как лучше давать старт? Значит, старт — это довольно-таки индивидуальная тема, и она требует очень много работы над собой. Это настолько тонко, что это невозможно объяснить. Это нужно прочувствовать, это нужно нарабатывать долгими годами практики на тренировке и, собственно говоря, на воде, на соревнованиях. Именно в соревнованиях получается самый необходимый, самый тяжелый такой опыт, самый ценный. Вот. В принципе, все. Тут надо только работать над собой, тут надо перед собой ставить определенные задачи и достигая их, уже чувствовать прогресс. Вот это самое важное. Кому посвятили первую медаль? Первую свою медаль я об этом не думал, но в принципе все мое выступление это посвящено, в принципе, моей семье, моей любимой семье, моей маме, моим болельщикам, тем, которые искренне переживают за результат, за наших спортсменов, в принципе, за спорт переживают, в принципе, и им посвящается. В принципе, ради этого все и затевалось. Когда чувствуешь поддержку за спиной, когда чувствуешь, вот как мы говорили, как крылья не дают упасть, так и эта же ситуация, как крылья дают возможность парить и завоевывать новые высоты. Поэтому милости просим. Всем пока!